В Анапе черные лесорубы вырубили лес на 14 миллионов рублей. Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки установила факт незаконной рубки зеленых насаждений на территории Анапы. Сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей. Материалы проверки направлены специализированной прокуратурой в полицию Новороссийска. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о незаконной рубке, а равно повреждении до степени прекращения роста лесных насаждений или неотнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в крупном размере. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены природоохранной прокуратурой на контроль, сообщили в надзорном ведомстве. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104.